картинки в твоем букваре с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина, заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. Чего начинается родина с окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли? А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина? Мы скажем, нашей Родины не тронь,
а то откроем сокрушительный огонь. Врагу мы скажем, нашей родине не тронь, а то откроем сокрушительный огонь. Если враг к нам захочет ворваться, боевая настанет пора. По-геройски за родину драться будут все номера. Артиллеристы, точнее прицел, разведчик взором на очи стрел. Врагу мы скажем, нашей родине не тронь, потом откроем сокрушительный огонь. Врагу мы скажем, нашей родине не тронь, а то откроем сокрушительный огонь. Быстрой, хваткой и четкой работой артиллерия наша горда. Нашей коннице, нашей пехоте мы поможем всегда. Артиллеристы, ночней прицел, разведчик сорок, наводчик смел. Врагу мы скажем, нашей родины не тронь, а то откроем сокрушительный огонь. Врагу мы скажем, нашей родины не тронь, а то откроем сокрушительный огонь. Нашим танкам дорогу проложит, наших пушек огонь боевой. Вражью силу дотла уничтожит грозный вал огневой. Артиллеристы, точнее прицел, разведчик взором на очи смел. Врагу мы скажем, нашей родине не тронь, а то откроет сокрушительный огонь. Точнее прицел, разведчик сорок, наводчик смел. Врагу мы скажем, нашей родины не тронь, а то откроем сокрушительный огонь. Врагу мы скажем, нашей родины не тронь, а то откроем сокрушительный огонь.
Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Здесь птицы не поют, деревья
не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено, сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено, сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела, до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено, сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.